представляем вашему вниманию водяную систему охлаждения для процессора от компании Zalman модели LQ320. В комплект входит инструкция по установке, крепление для различных сокетов, а также 12-сантиметровый вентилятор. Простая установка и обслуживание. Водяной кулер с жидкостным затвором удобен в установке и не требует никакого обслуживания. Встроенная в водяной блок помпа позволяет минимизировать количество трубок и обеспечивает быструю циркуляцию охлаждающей жидкости, благодаря чему кулер работает очень тихо. Микроребра, изготовленные из чистой меди, обеспечивают прекрасную теплоотдачу. Прочные долговечные шланги имеют особые характеристики для недопущения протечек и гарантию безопасности использования. Тонкий дизайн водяного блока, высота которого составляет 28 мм, обеспечивает возможность его установки в ATX корпуса, а также тонкие либо низкопрофильные корпуса. Тем не менее, кулер подходит только для корпусов, поддерживающих установку 12-сантиметрового заднего вентилятора. Ребра изготовлены из алюминия, а основа из чистой меди. Скорость оборотов вентилятора составляет от 900 до 2000 оборотов за минуту. Питание вентилятора производится от 4-пинового коннектора, а помпы от 3-пинового. Общепотребляемая мощность водяного охлаждения составляет 340 Вт. Общий вес составляет 810 грамм. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.